Марго тоже была ангелом, посланником. И когда это было? 300 лет назад. Ты не смог меня любить. И убить ты меня тоже не смог. А что ты чувствуешь сейчас ко мне? По-прежнему жалость. Лучше бы ты меня ненавидел. Или ты все еще любишь меня? Ты знаешь, что это не так? Конечно, это не так. Ты забываешь его. Я давно уже не ангел. Наверное, проще будет перестать засыпать с мыслями о тебе создавать. Признайся, я все еще влюблен, поверить не могу. Пришел сам. Ты же этого хотела. Ты испытываешь к ней такие же чувства, как ко мне когда-то, Ян. Она не похожа на тебя, она лучше тебя. Что ты нашел в этой глупой девчонке, которая дни и ночи напролет читает стихи? Хотя нет, молчи. С тобой противно разговаривать. Прошу, не ищи причин, чтобы остаться между нами пропасть. Разве ты это не ты меня сделал той, кем я сейчас являюсь. Нужно пытаться. Да, я тебя отпускаю. Да, есть все то, о чем мы мечтали. Знаешь, я в каждом встречном тебя ловлю. И ты как мое бесконечное дежавю. А я смотрела бы вечно, как вечер сжимает плечи твои. Для меня ты никогда ничего не делал подобного, никогда! И бесполезней моей любви. Теперь а каждый день я буду гореть в своем вечном огне. Сжимает плечи твои. Тебя. На свете нет ничего беспечней и бесполезней моей.